Привет всем! Очередной свежий морозный день в рамках нашей программы. Сегодня у меня отдых, поэтому я выбрал такую вот небольшую, но очень приятную площадочку на территории Всероссийской академии внешней торговли. Вот здесь есть все, что необходимо, и, собственно, это все гораздо лучшего качества, чем мы видели с вами на последних таких красно-желтых тренажерных площадках. Вот. Здесь я размещу ссылку на площадку с Ганнибалом. То есть мы сделали 3D-реконструкцию площадки, на которой занимался Ганнибал все время, на которой он тренировался, на которой он поднимал свой уровень, чтобы просто вы поняли, что результат в воркауте зависит исключительно от вас, а не от того, на какой площадке вы тренируетесь. Вам вовсе не нужны какие-то модные современные тренажеры для того, чтобы быть в отличной форме. Нужно просто регулярно заниматься, прогрессировать по нагрузке, и вас ждет успех. Дальше. Что еще хочется сказать? Очень много пошло в комментариях вопросов, зачем делать каждый день одно и то же. Зачем я выхожу и делаю круги? И я уже, наверное, раз 5 объяснял, что в первую очередь я делаю для того, чтобы поддержать других участников. Чтобы они видели, что я тоже выхожу, делаю круги вместе с ними, вне зависимости от того, какая погода на улице. Каждый день до 31 декабря я буду выходить и заниматься. Второй момент. Некоторые знают, некоторые нет. С августа я уже не подтягиваюсь после того, как я почти травмировал локоть, благодаря подтягиванию на одной, которую мы форсированно с Саней учили. Но он молодой, у него быстро все зажило. Я не такой молодой, поэтому у меня заживает гораздо дольше. Плюс я и травмировал в течение дольшего времени. Я где-то с зимы прошлой до лета, то есть где-то полгода травмировал локоть регулярно. И в конце концов довел его до очень опасной стадии, вот еще чуть-чуть, и можно было бы серьезную травму получить. Поэтому я решил остановиться, прекратить вообще подтягивания. То есть я единственное, где делал подтягивания, это в кругах. Ну, 5 подтягиваний, когда у тебя там максимум 30 с чем-то. Это ни о чем на самом деле. Вот. Больше такая восстановительная нагрузка, чтобы мышцы как-то все равно нагружались. И по моему плану до конца программы, то есть до 31 декабря, я буду именно в таком восстановительном режиме заниматься. Потому что мне нужно восстановить руку. Я хочу зимой начать делать передний вес, снова начать подтягивать на одно, отжимания в стойке. И для всего этого важно, чтобы предплечья были здоровыми. Сейчас воспаление сухожилия все еще сохраняется. То есть в первом повторении в подтягивании у меня слышен хруст. Вот сухожилия в локте, предплечья. Поэтому активно я все еще не занимаюсь. Я делаю отжимания, там все такое. Да, там нет нагрузки. А вот в подтягивании нет, не делаю. И для меня студневка — это вот второй момент, это восстановительная программа, чтобы привести себя в форму и восстановиться. Поэтому я и делаю в кругах больше отжиманий, там больше приседаний, и не делаю подтягиваний. Ну и опять же, я не делаю одно и то же. То есть когда мы начинали, это было 4 круга, 5, 10, 10, 10. Сейчас это уже 5 кругов, по 5 подтягиваний, 20 отжиманий, 10, иногда 15 приседаний. На следующей неделе будет уже 6 кругов. Дальше начнется продвинутый блок, в котором каждую неделю будет новое задание, новая техника, более сложные варианты исполнения упражнений. И так, в принципе, строится грамотный тренировочный процесс. Это не так, что вы от тренировки к тренировке растете и растете и растете. Вот такие вот дела. Поэтому я буду дальше идти по программе вместе со всеми, постепенно увеличивая нагрузку, так чтобы я ее чувствовал, и восстанавливать руку. Да. По поводу восстановления я еще пришел к выводу, что нужно давать больше отдыха, поэтому если раньше у меня было 6 фактически тренировочных дней, то есть в день отдыха я занимался с патриотами, то я решил, что теперь у меня будет 5 тренировочных дней. То есть день отдыха — это будет день вообще полного отдыха, не буду ничего грузить. День растяжки, как сегодня, будет днем растяжки. И остальные 5 дней будут тренировочными. То есть круги я буду делать перед тренировкой с патриотами. Такие дела на сегодня. Больше мне сказать нечего. Я удаляюсь, завтра будет новая площадка, завтра будем делать круги, завтра будет тренировка. Ну а сегодня все. Хороших кругов, хорошей растяжки, не важно, что вы делаете, главное, что вы делаете и движетесь вперед. Пока.